Всем доброго утра! Мы уже проснулись, я даже уже успела в школу съездить, хотела взять справку, потому что нам нужно на ласточке, чтобы была справка о том, что Гриша учится в школе, 50% скидка на билет в Аквалоу. И секретаря, короче, не было. Короче, справки не будет завтра, наверное, поеду еще разок. Сейчас готовлю сырники, здесь у меня 450 грамм творога, 2 яйца. Еще сахар добавлю, ванильный сахар и муки немножко. В общем, сырники буду есть только я, потому что я забыла в них добавить сахар. А всем сделала вчерашние, как вчера, бутербродики. А потому что не хватило начинки. Да, поэтому я буду есть сырники со сметаной. А сметана диетические, без сахара, да. И все, и, короче, будет мне счастье. Все, мы позавтракали, мой папуля даже поддержал меня и поел сырники со мной. Ему очень понравилось, я просто добавила еще, как это называется, кокосовая стружка, которая тоже какой-то такой приятный привкус придает. И с этим сметану с сахаром взбила, в общем, это был такой сметанный крем. В общем, получилось даже неплохо и без сахара вообще. Вот, дети поели бутеры. Фоня даже тоже попробовал сырник. Я так хотела сырников и забыла туда добавить сахар, в общем. Это ужас какой-то. Так, сейчас включаю радио. Будем готовить уже суп. Сегодня будет суп с чечевицей, с розовой. Так что ставлю сейчас бульон, будет у нас на индейке. И будем готовить. Это достаточно очень быстрый суп. Так, мне оказался суп с чечевицей не с индейкой, а оказалось, что это баранина. Если честно, в заморозке не видно. Видно, что написано суп, а что там за мясо, особо непонятно. Поэтому баранина у меня на втором бульоне. Первый остался, мы его Рексу вылим. А вот это вот второй уже бульон. Здесь, как всегда, соль, перец, картошка, морковка, лук. И буду добавлять вот такую вот чечевицу красную. Сейчас немножечко картошка поварится и всю вот эту высыплю. Мы вчера, когда заезжали в кафе в Титеровке и зашли, там рядом магазинчик «Город мастеров» называется. Все для творчества там. И честно, нигде, ни в Леонардо, нигде не могла найти трафаретов именно вот таких вот красивых, очень небольших. Вот очень, по-моему, красивая снежинка трафарет. Трафареты вот таких еще разных снежинок. Думаю, что на следующий год я все равно пряники не брошу и буду печь вот такие вот сладкие моменты. Ой, вот это мне вообще понравилось. Не знаю, куда буду применять. Ну, надеюсь, может быть, какой-нибудь швее закажет пряники. Но, по-моему, они здоровские. И просто календарные такие вот. Пряники. Пряники-трафареты. Вот. Так что это будет у меня запас трафаретов. Детки уже пришли, с папой поработали. Ты поработала, Фонь? Да, я посмотрю. Я тебе распутала удочку, держи. Ты пошел рыбачить? Да. Опа, я залезаю. Опс. Опас. Гриша, а что ты ему не поставил на место? Сейчас, я же меч положу. А то сейчас на него еще разобью. Да, Фонь, так все могут ловить рыбу. Да, на мою дубу, Аня, как же? Вот так надо правильно крутить. Нет. Это же детская удочка. Да. Ой, маленькая. Наконец-то я вышла на улицу. Подышать свежим воздухом. Хочу сейчас еще под навесом поподметать. Сегодня прям тучи-тучи у нас зашли со вчерашней погодой. Какой-то пасхальной, очень теплой, вообще не сравнится. Очень пасмурно, но тепло. Нужно уже посох убирать. Здесь даже еще с машины принесли шапки от волка. В общем, сейчас буду здесь наводить порядки тоже. Я тут подмела. Теперь жду, пока пыль вылетит вся. И буду развешивать здесь под навесом белье, потому что накопилось очень много. Марсик тоже хочет в комнату, я пока его не пускаю, то что его надо покупать.
Дед Мороз тут нам гудит, занесла коврик, который тут под дождями мылся-мылся, пусть теперь сохнет. Баги, в общем, из балоцентра нам супер-пупер пригодились, потому что грязи куча. Сейчас все высохнет, нужно пообивать их и помыть. Что тут за мальчики смотрят? Смотрим щенячий патруль. Да. Ну и как, вам нравится? Да. Мы называем этим кино. Да? Антош, тебе кто больше нравится? Мне та собака, сейчас что была, это назвать его Гинго. А Фоня тебе? Гонщик ему. Мне так и тоже. Нет, тебе мне кто, гонщик? Мне так и тоже. Это такой мультик называется. Тебе кто нравится, гонщик? Собачек. Нет. Тебе кто нравится? Гонщик? А так и тут. Щенячий ну, патруль. Гонщик? Нет, а так и тут. Это такой мультик называется. А кто щенков? Ой, и щенячий патруль это. Гонщик? Да, вот. Мальчики мои попросили овсянку. Вот она уже варится. Овсянка с изюмом и еще малинки сюда добавлю. Все, выключаем. Здесь сахар, соль, вода и овсянка. Молоко мы не любим, кашу на молоке. Так, вот такая вот каша с малиной получилась. Это тебе? Да. Только ложечку бери, хорошо? Это Антошке. Антош, садись. Ну, а мы же ее в морозилку положили. Она сохранилась. Будем сейчас делать смузи. Такой у нас будет вкусный. Хотела сейчас за шпинатом сходить, но что-то у нас уже темнеет. Поэтому не пойду. Будут яблоки, мандарины и банан. У нас был, конечно, уже совсем грустный. Но мы его в смузи как раз и отправим, потому что он очень мягкий. И немножко воды, может быть, добавим. Вот сюда мы его. Да, вот сюда сейчас. Значит, это что за цифра? Я ж не знаю. Что? 250. Так, давай все закладываем. Давай. Я повесил свою лошадь вот сюда, а когда хотел надеть, ее уже не было. Вот самый мягкий, самый вкусный банан Миндер. Да, мам? Наверное. Мандарин. Ты не видел мою рогатку? Рогатку? Не это ищи, детки. Это. А мы ищем на что? Мишки, мимимишки. Да, оставь, Афоня тоже закидает. Он тоже. Давай, теперь ты закидывай вот эти. Иди сюда, вот с той стороны. Куда ты? Я первую. Да, Фонь, подожди, нужно еще вот это все закидать. Куда ты? Молодец. Вставай. Фонь, сейчас я сам. Он дринки вышел. Да? Да. Нет, подожди, еще надо закрыть, Афонь, подожди, давай сейчас, все, нет, ничего не нажимаем, еще вы не доложили все надо, фруктов, Афонь. Давайте. Фрукты надо все, а я нажму. Подожди, Антош, я еще не закрыла ты крышкой, не нажимай еще, рано. Все, теперь сейчас я закрою. Смузи попили, главное только надо было почистить яблоко, а то кожура там немножко попадается. У тебя тоже попалось? Да. Такой красивый стаканчик. А самый красивый этот вот этот у нас? Я не знаю. Надо позвонить папе, чтобы спросить. Я сказала, мы убрались. Да? Да. Я опять ем. Уже 6 часов, мы с родней поболтали. Главное не забыть еще Степе телефон папин старый положить, завести, когда на карате поедем. Сегодня у нас карате. Выбрала я, какие пряники буду сегодня печь. Хочу испечь один набор.
и отправить его завтра с рюкзаком. Надеюсь, что получится и будет время. Сейчас уже 6 часов, вот пью чай, поела суп с чечевицей. Сейчас пакетик только выкину. Надо выбрать одну конфетку из всего богатства, наверное, Ротфронт. Или Руладу, даже не знаю, какую Ротфронт, наверное, буду. Это я не знаю, но эту конфетку, вот она еще одна. Угу. Да мне одной достаточно. Сырник еще съем со сметаной. Надо же это их доедать. Ну, сметану с сахаром же я тут наколотила и буду есть. Кто приехал в гости к тете Вере с новой прической? Покажи прическу, Заюня. Русская коса у Зоечки. А у меня? До пояса, а сзади, Зоечка? А у меня прическа тоже как. Да, и у тебя? Ой, какие косы. Да, Зоечка? Я и про твои сейчас могу что-нибудь. Папа кормит Рекса. Все ты его... Ну да, от Рекс. А, открыть Рекса потом, да? Нет, а ворота. Я думала ворота открыть. Все, Рекса ты покормил? Рексик, у тебя сегодня мясной день. Все, гуляй, зайка, я сейчас выключу. Вот, а то у тебя аж глаза светятся. Вот. Все, он ест. Я за Григорием поехала. Папа будет с детками гулять. Я все закрыла ворота. Сейчас Гришка Рекса выпустит. А мне тут орхидейки. На одном окне аж двойная. И здесь же тоже вот это вот с серединками фиолетовыми. И здесь лимонная. Красота. Вчера, не завтра. Это были мы вчера тут. А нам и были тут. Ты помнишь? Тебе там понравилось в парке? Да. Да, я монтирую видео. Там были винки так. Ты на машинке, да? Сижу, видео не монтируется, доходит до 58%, и все. Не знаю, что это значит, поэтому не пеку пряники. Наверное, распятое оно. Что-то походу с программой, не знаю, потому что пишет, что что-то в программе, какой-то там файл. Поэтому смотрю, думаю, что делать с этим. Все, видео выставляется, сколько там сейчас уже, 0:16, так что всем до завтра. Всем пока, я спать. Пока. Это видео про новый парк. Ну, он не такой уж уже и новый.